в мышцы, в общем, ну, там маленькие шприцы, тут все есть. В общем, вот это, ну, не чаще, это нельзя, это очень сильная концентрация. Вот проколет один, потому что тут один до 17, а один тут до 9-16. Возьмет вот этот сначала проколет, посмотрит, как он будет лучше или нет. Вот эти, значит, упоры. Но там есть эти, у вас брат тоже живет в Германии, да, если вдруг что. Ну, можно даже по этому, по переводчику задать, если. Вот это, оно меняет немножко кровь, формулу крови. И вот это витамины, это фолиевая кислота. Можно тоже прочитать, я перевела это фолиевая кислота. Она поднимает, вот он опускает некоторые показатели, она поднимает. Ну, тоже не перебарщивать. Вот, тоже их только 20 штук, например, будет это делать. И по одной таблетке, например, пробьет 10 штук. Потом посмотрит, перерыв сделает, как будет. Ну, в общем... Получается, тоже по одной таблетке в неделю? Нет, я думаю, не в неделю, в день. А, в день. Хорошо. Да. Вот он проколет, например, один-два, вот две недели проколет, и можешь начинать пить таблетки. Понял. Они, это, ну, хуже не будет, это даже, я читала, даже беременным можно. Потому что это просто как витамин идет. Ну, тоже не перебарщивать. Вот так вот. Все, Мути дашь от меня подарок. Хорошо.